Друзья мои, всем привет, с вами я, Валентин Медведь. Вы находитесь на канале мастерской этнических ремесел «Степной дух». Я уже более 12 лет занимаюсь изготовлением этих волшебных инструментов. Название этим флейтам «Окарина». Да, это флейта. Многие думают, что если она выглядит как-то вот изящно, да, с какими-то рисунками, то это вряд ли флейта. Это скорее свистулька. Но отличие окарины в том, что окарина всегда выстроена в ноту. У нее есть гамма, у нее есть строй. И этот инструмент может по-настоящему называться профессиональным, потому что на них можно играть мелодии. В прошлом ролике, вы обязательно его посмотрите, я рассказывал про гамму. Я рассказывал про распределение давления воздуха и про то, каким образом можно держать инструмент. Да, у многих возникает вопрос, а что делать, когда у меня все отверстия открыты, а у меня окарина выпадает? Ребят, для этого есть, конечно же, шнурок, то есть он вам не даст возможность выровнять инструмент. И еще такой момент, когда мы открываем отверстие, понятно, что есть способы удержания, но еще важный момент для того, чтобы попадание в отверстие и правильность закрывания нот, чтобы они не давали, да, вот такие... Вот такой вот неприятный звук, я умышленно недозакрыл несколько отверстий. Мы наши пальчики не отодвигаем слишком далеко. И бывают еще такие случаи, когда люди откладывают и вот переставляют рядышком. Да я даже не знаю, как вот мне с моим опытом, я не могу назвать себя суперпрофессионалом, но я что-то знаю, и поэтому я делюсь. Вот это неправильно, это неудобно, и это не дает нам возможности попасть в отверстие обратно. Поэтому при открытии, при проигрывании гаммы, гамму нужно играть. Это основа основ, с нее все начинается, это тренирует наши пальчики, тренирует наше дыхание и вообще в целом понимание, как звучать на инструменте. Наши пальцы отодвигаются ровно 3-4 сантиметра. То есть ту-ту-ту-ту-ту. Никаких ту-ту-ту-ту, то есть никуда руки мы не отодвигаем. Это первый момент, который бы я хотел сегодня озвучить и сакцентировать на него внимание. Второй момент. Мы научились играть гамму, мы научились играть, точнее добавлять артикуляционные вот эти вот фишки. Дальше мы начинаем тренировать наше сознание. И мы создаем уже комбинации с открытием отверстий. По два, но и в последнем случае, точнее в последнем отверстии оно будет одно. И также здесь, в обратную сторону, мы также закрываем 2, 2, 1. Еще раз повторюсь. 2, 1, 2. Или же 1, 2, 2. То есть мы просто комбинируем, но обратите на важный момент внимание свое, что мы все делаем по гамме. Гамма у нас играется от безымянного пальца правой руки, правая рука. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, сбился. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, чтобы соответствовал мой ту-ту отверстиям, которые открываю. И что получается? Я просто проиграл гамму, но с открыванием по 2 отверстия. Еще раз. 2. Снова 2. И в конце 1. И в конце я пошел также с 2 и закончил одним отверстием. Этого будет уже достаточно для того, чтобы продвинуться в освоении этого инструмента дальше. Дальше будет больше. Поэтому подписывайтесь на мой канал, следите за выходом новых роликов. А для того, чтобы не пропустить выход новых роликов, под видео есть колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, и он вам всегда даст сигнал о том, что вышел новый ролик, нужно смотреть и нужно дальше продолжать освоение инструмента, учиться и, значит, познавать что-то новое и интересное. Еще, что я хотел бы сказать по поводу моего видео и благодарности в создании роликов, которые вот сейчас выходят на моем канале, это Борису и моему другу Валерию Алтунину. Про этих ребят можно рассказывать много. Борис – это создатель и проектировщик света, который рисует картинку, и благодаря которой вы смотрите на меня, и надеюсь, что это радует ваш глаз. Валерий Алтунин – это инфопродюсер, фотограф, креативный, очень интересный человек. И ссылки на этих ребят, возможно, они вам могут в чем-то быть полезными и, возможно, какие-то даже проекты совместные появятся. Ссылки на этих ребят будут под этим видео. Также там будет информация о том, как и где можно найти меня, как заказать музыкальные инструменты, которые я делаю. А инструменты называются флейты Окарины. На моем канале множество роликов, в которых вот по крупице просто собраны различные знания, советы, рекомендации. Поэтому смотрите не только этот ролик, но и также другие, которые выходили на моем канале. На этом пока все, но я с вами надолго не прощаюсь.